Добрый день, дорогие друзья. Ютуб-канал «Шнелис Борис» начинает трансляцию с Красной площади. Сегодня 104-я годовщина Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. И КПРФ, и ВЛКСМ вышли на улицы, и вот под красными флагами, которые за моей спиной, начинают празднование этого великого праздника. Многие из нас были в комсомоле, и это боевая молодость наша. С праздником, дорогие друзья! С днем Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Вот, мы вышли на Красную площадь. Не знаю, зачем-то складывают знамена. Наверное, пойдем в мавзолей Ленина, чтобы знамена с собой в мавзолей не заносить. Там сейчас их складываем у трибуны. Начинаются торжества, посвященные 104-й годовщине ВЛКСМ. Мы возлагаем цветы к мавзолею Ленина. Сейчас зайдем в мавзолей, поклонимся вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Ну вот мы вышли из мавзолея, куда нескончаемым потоком идет. Идут люди поклониться вождю мирового пролетариата. И сейчас мы выходим на линейку Кремлевской стены, где похоронены. О, здорово, Дань. Праздником. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Нескончаемым потоком идет народ поклониться вождю мирового пролетариата. И вот новое, молодое поколение и пополнение КПРФ и комсомола Даниил Дмитриевич Рендаков. Он же и депутат у нас муниципального образования. Как вы считаете, Даниил Дмитриевич, сегодня в нашей стране вот молодежное движение, оно достаточно развито? Я считаю, необходимо укреплять патриотизм и привлекать молодежь к политическим процессам, так как на сегодняшний день молодежь, к сожалению, не обладает политической инициативой и возможностью развития в данном направлении. А инициатива, к сожалению, пресекается. Понятно. Ну что ж, будем бороться и звать молодежь в наши ряды. С праздником, Днем Комсомола. Продолжаем следование вдоль Кремлевской стены. Отходим к Спасской башне. По левую сторону здесь тоже, получается, похоронены какие-то деятели. Да, деятели, ну, фамилии которых я не знаю. Дождь усиливается, но ничто не может остановить настоящих большевиков и пламенных комсомольцев, которые сегодня празднуют 104-ю годовщину Ленинского комсомола.